Хитати, кстати, веду уже войска. Так, поплыл дальше. Обстреливать не буду. Посмотрим, что тут. Можно будет захватить. Чё-то ничего не вижу. Так. Я иду просто покупаю у него отряды. Так, тут что-нибудь есть? Я понял, что ты сражаешься с кошельком, а не... За бабло. Люди гибнут за бабло. Destination. Так. Ну все. Вроде все. Где же ход? О, нужно построить что-то. Так, где там какой-то пес еще мне что-то поломал? Надо починить. Там этот пес. Еще мы его. Наказать его не смог, но хотя бы починил. 500 тысяч, пиздец. А 1 118 000. Прикольно, я даже не смотрю на деньги, просто уже. Это аналогично, как бы. У меня в ход приходит больше 50 тысяч, как бы. Я их в любом случае потратить уже не смогу. Волнение в провинции какой-то растет. Не понял. Я трачу, как бы, я именно трачу на войска уже больше 40 тысяч. И мне вообще похуй на это. Как бы, ну, трачу и трачу, ну, как. Похуй. Ужас-то какой, а? Деньги трачу. Охуеть. Все равно их девать некуда, блядь. А, вот он поломал. Сильно. Крашеная. Так, еще, наверное. А он убежал? А, вот он тусуется, да? Иди сюда, больной ублюдок. Убей его, негодяя. Что он тебе позволяет? Сильно много на себя берет, я вам скажу. Все. И нету пацана. Точнее, двух. Точнее, 200. Так, отлично. Так, Этига армия занимается. Вот так. Окей, так. С городами все понятно. О, тут какая-то армия пришла. Фукава Мияги. Смогу ее втащить, честно. О, нормально. Ебать, там какие-то. Что-то народу многовато у желтого. Кто это такой? Военачальник, военачальник, ты военачальник. Четыре. Там еще рядом какой-то подходил. Ну все они сдохнут. 68. По 5 пил, где не останутся. Да, кстати, а Мияги этого не захватываю. Это я просто там около него прошел мимо.
Так я захватил, ты у него уже немного территории. Это, я такой, я так мимо прохожу, понимаешь, никого не трогаю, взял, убил войска. Причем он сам справился с этой задачей. О, там непосильный для нас противник. Отлично, пойдем самоубьемся. О, еще пацаны решили ко мне присоединиться. Типа, они явно этого не ожидают. За денежку. Так, давай ты иди. Ну, во всех новых провинциях... А, не во всех. Вот тут не струя, чуть нихуя. Я мимо крокодил. Крокодил, крокожу и буду крокодить. Ты? Угу. Опа. Блять, тут еще армии просто идут, какие-то сумасшедшие тут. К желтому. Купленные. Свежекупленные. Так, а где тут еще какая-то армия моя была? Вот это. Гремучная. Че, а мне тут это восстают уже, бунтуют? А, ну тут эти, потому что. Это-то хуйня. А, вот это можно, кстати, вот так вот. Пускай. Так, корабли, корабли. Давайте посмотрим. А знаешь, что я понял? Ты, наверное, зря вынес все корабли желтых. Аж скучно стало. Ну ладно. Вот обстреливают. Петушки. Ну, кстати, себе это оборону неплохой такой сделал. С обстрелами, понимаешь. Я же говорю, военный порт он автоматически обстреливать начинает. Сам. Для этого ничего строить не надо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну все. Лови ход. Растущее недовольство в Кадзусе. А? Мне тоже две провинции как бы не восстали. Ой, да я как раз и выбил войска из провинции, чтобы они восстали. Да, у меня там просто все войска вывел вообще полностью. Ну, я специально под городом их держу. Чтобы они восстали, я им дал пизды и спокойно войска увел оттуда. Ну, такой хитрый план под названием «Убей всех, кто хочет говать». Убей всех людей. Ну, не совсем всех, а... Тех, кто хочет быковать, быковать, быковать. Тех, кто хочет быковать, надо всех убей. Прикинь, я с тобой торгую, да? И у меня доход от торговли только с тобой 15 тысяч. Прикол. Ну, у меня с тобой 6650 всего. А, у меня 15. Я торгую только с тобой, получается. Не только. А, ну еще с... США, Великобритания и... А, ты вообще все смотришь? Так-то у меня торговля 25 тысяч. А именно с тобой 6600. Плюс там еще учитывая внутреннюю торговлю, то, что у тебя между провинциями идет. Вообще желтый, блядь, желтый не успокоится никогда, я смотрю. Ну, блядь, ну ему ж надо что-то делать пытаться. Он же понимает, что его сейчас поглотят. Он понимает, когда вынимает. Текс. Он как раз таки понимает, что сейчас не вынут. Сейчас поглубже запихают. Еще описывают. Иди сюда, пес. Сдавайся. Причем как изнутри, так и снаружи.
Ну, че ты хочешь? Ополчение против петуха. 1200 против 200. Давайте 200, покажите. Класс. Не показали, даже от того не убили. Хотя бы мимо, знаешь, так кинули там ножичек кого-нибудь, задеть пятку, хотя бы поцарапать. Даже этого не смогли. Слишком слабы. Да и твои что-то сами себя не убивают. Вообще оборзили. Так, пацаны, пошлите в уга. Так, что-то есть в уга. Ничего хорошего, ладно. Так, а тут кто-то сидит. Ополчение тупое, сейчас оно умрет. Не, сеять смуту я не буду. Смысла нету. Ну, сейчас вот это на вот этого боят. О, о, два ополченца против двух ополченцев. Кто кого, Дима, оцени. Потом купленные оба. Заметь. Ну, у твоих преимущества. Да, как ни странно, но я покупал их. Ну, странно, что у твоих преимуществ, учитывая, что у него броня, по идее, лучше. Да, у одного отряда у него лучше броня. Интересно. Интересно, что будет. Давайте. Делаем ставки, господа. Кто кого? Хотя у тебя, может, за счет прокачки сейчас улучшение пойдет. Ебать. Да. А, ну у меня же, да, у меня же прокачаны эти самые скиллы, а у него, возможно, не прокачаны. Займи, 93 потерял. 400 на 400, 93 потеряли, 312. Ха, прикольно. Ну, мы ж когда эти развитие дома качали, там же есть да, моменты да, и да. На ближний бой, и на защиту. Да-да-да, вот оно, походу, и сыграло злую шутку. А теперь приходят пацаны крутые на поддержку. Ну и чё, отомстить хочешь, да? Иди сюда. Это знаешь, он типа старшего брата позвали. Да-да, и ни одного цени там на подходят старшие братья. Позовут, но зови. И такие. Такой, окей. И несколько тут... тысяч братьев. Ля-ля. Кто обидел нашего маленького уёбка? Тут, по-моему, десятки тысяч подходит еще. Вдоль всего побережья идут войска. Так, ну я дальше пошел. Я дальше мимо крокодил. Посмотрим, что тут у них. Кто тут у них тусуется. Так, ну и вот тут можно пацанчик, где он тут шел. А, ну все, подходил свое. Я еще мороженку захотел. Ты. Вот, сука, я несколько лет до этого не жрал мороженое, было все заебись. Тут что-то как прорвало меня. Прорвало. В туалете прям. Да нет, не добежал бы. Да, я кстати, себе недавно, в прошлом месяце покупал, в Ашане ездил, и там это дешевое за 15 рублей, такое это, в стаканчике охуенное. Думал, а что не купить? Такой сразу несколько штук купил. Я еще специально с собой брал термосумку свою. Сейчас такой положил. Думаю, охуенчик. Термосумочки-то. Тупо качаю в городах все, даже не смотрю, что качаю. Просто тупо качаю ради кача. Нужно оно, не нужно. На тебе ход. Ну что ж, что ж. Ох ты ж. Чё там? Восстали, пидорасы. Где? В казусе. А я говорил. Так я ждал этого. Ля, они какие-то синьки тоже цени, да? Да. Это петушары. И чё там восстало? А, не видно, я пока не вижу. А сколько там минус в кадзусе? Минус один идет. Честь даймё. Там побольше был. Минус два.
Ну, сейчас ты их ёбнешь, и всё. Ну, я специально на это рассчитывал, то есть... В принципе, всё. Тебе надо захватить Хитати. Идут. Оно как бельмо на глазу. Иностранный наемник достиг нового уровня. Ебать, тут два наемника сидит. Че им качнуть-то? Еще не все. Давай-ка ты, наверное. Не знаю. Хотя он сидит. Так. Кстати, станция в Мусасе построилась. О, это хорошая новость. Только она уже не нужна. Кто теперь поездов ходит еще больше. Так, кто хочет? Ты давай назад сюда. Заходи в пацана. Как бы это ни звучало. И армию боевых пидорасов, что ли, создал? Просто армию. Бля, че не доходишь? Ладно. Так, иду ураганить в следующий город. Где тут город вообще? Ближайший еще один. Непонятно. А внизу я могу сюда? Ой, он пошел через... Назад вернись! Вот тупой Агисин-син. Вроде умный, а вроде и не очень. Хотя один корабль, наверное, надо было оставить. Ну ладно. Так, идем дальше. А, вот. Ивате. А, Ивате это чье? Уга. Это такое. А, Ивате это твое. Смотри, короче, доходишь до конца карты, вверх когда. Угу. Остров сам забираешь в пизду. Там два города. Ну, остров полностью тебе, который наверху вот самым. Окей. Вот у меня там как раз армии идут. Как раз набегут туда. Тикс. Давайте побежимся по городам, что можно построить. Да у меня его реально до хуя. Принеси мне. А вот хуй. Тебе надо было квартиру покупать возле меня. Сейчас бы пошел. Может, надо будет тебе покупать вот где-нибудь там, где я буду снимать. Причем каждый раз новую. Он убил. Я просто, знаешь, планирую приехать в другой район, предупреждаю тебя, ты продаешь быстро свою. И покупаешь в том районе, где я планирую снимать. Самое главное, в Москве там хаты ёбнись стоит. Выехал в Подмосковье уже всю. Пожалуйста, покупай по нормальным ценам. А, и чем дальше ты выезжаешь в Подмосковье, тем дешевле будет хата. Поэтому у Тямы она в Железногорске. И у меня тоже, кстати. Все, я походил. Я вообще хочу в Крыму купить. Там вообще. Жить, прикинь, постоянно лето, красота. То есть ты хочешь сказать, море, что ты отдал мне только что ход, да? Да. А я су. Бля. А, ты сказал, что замороженный пойдешь. Ну, что поделать? Придется тебе ссать быстрее. И мороженое жрать быстрее. Я, наоборот, убирал холодильник. А, ну, ну даже так. А на обратном пути решил поссать.
Что? Потому что удивительно, я этот пломбир вот ел, который нормальной жирности, вот как в детстве. Ну, в моем, в твоем-то вряд ли. У тебя, думаю, еще пизже было. Я вообще мороженое изначально, жирность там какая-то. Ну, нынешние мороженое, когда делают, они, знаешь, как вода на вкус. Мороженое. Не, есть хуёвое мороженое, ну, вот сейчас чаще всего встречается, но какое-то прям совсем никакое. На тот я вот ел, оно вот реально как нормальное, из молока. Причем не из обезжиренного современного молока, а из нормального молока. Мороженое из нормального молока. Это фантастика. Да нет. Но оно не очень дешевое было, может поэтому и нормально получилось. Этот еще тут подстоит. Хотя, сколько там? О, плюс 5. А, не, пока нельзя уходить. Мало ли ебануться сейчас. Вот мне, кстати, нравится. Строишь магистрат, короче, он дает одновременно и репрессии, и довольство. Да, это же прикольно это. У кого самый хуёвый город? У Дзен. У меня. Не у меня? У меня. А, не, подожди. А, это у меня у Дзен, а у тебя получается. А, есть как это, серии Бесси. А, еще хуже, на острове. А, не, подожди. Ибури. Да, на острове самый хуёвый, 605. Ну, жёлтого. Прикинь. Опять скрипит потертое очко. Потертое седло. Да, у тебя, кстати, по 10 тысяч, 13-12 тысяч. Баблишки. Опять скрипит потертое очко. Пойду покурю. Иди. Возмущение отказом модельных традиций. Кто это там отказ от этой традиции? О, у меня какие-то восставшие тут. А как это вы восстали? Так, я уже не раз говорил, для тебя это норма. А, там прикачалось, походу, две этих самых. Они решили восстать. Ой, петушары. А где тут кораблик ближайший взять-то? Тут за корабли делать. А можно даже вот так, например, кораблик. Хуяк и гладиолусы. Ладно. Сейчас этих восставших. Описим. Написим именно лицо. И тут парочку солдат найму. Чтобы они там тусовались. Так, ну что? О, алкаши куда-то делись. Бля, а ну ладно, пойдем. Эти не вписываются, ну хуй с ним. Ты там куришь, да? Ага. Эх, придется ждать. Ну давай. Секунду, а чё? А. Ну, пошла война. Приятно. Оп. Занять без боя. Так, ну да, устал далеко ехать. Если подумать и припомнить, сколько у нас с тобой вместе денег. Два олигарха, блядь, захватили Японию. Так оно и есть. Причем свои деньги они получали грабежами, насилием, убийствами. А теперь ты подкупаешь всех. Так, а тут, наверное, надо будет флот строить. А я легализовался и уже подкупы не использую.
Так, что еще есть по войскам? Блять. У меня уже 726 тысяч. Обстрелять их петухов, что они себе позволяют. Так, где там еще был мой генерал? Так, а где тут еще тоже шел? А он дальше пошел. О, какой-то отрядик стоит, получает пизды. О, мне ход надо, я хитати захвачу. Отлично, сейчас я отрядик мимо приходил, так взял, завалил. На чем-то стоит. Анонирует. Думал сбежать. На дальних подступах. Вот какой-то идет мужичок, самурай, и всех убивает. Ой, еще и качнулся, прикинь, я быстрее качнулся, чем ты. Так, чем его качнуть-то? Сабля. Натиск. Скорость всех исследований плюс 10. О, тут интересная хуйня. Все, погнали дальше. Возвращаемся на тропу. Так, ну и все. И все. Там сейчас этот... Я по урагане на острове. Думаю... Думается, не нормально будет, он еще какой-то идет. Да, тут армии какие-то тусуются просто. Неебические. Бля! Что такое? Ты ему не хватило ровно одного шага. Хатите, хитати, не захватишь. На Фукусиму пошел, да? Надо захватывать уже все остальные города. Тут уже остался на самом-то деле. Если вот тут территория, то это чья? А, Ория сюда. О, пошел на город, не дошел. Нападение врага. Тикс. Давайте сюда плыви. Пацанчика заберем сразу. Так. Что-то пошел до порта, что ли, наркоман. Я, наверное, сосуды не смогут засесть. А он отсюда не может сесть. Ё-просто. Так,
Давайте вот этих. Так, а тут что у нас? Так, давайте сюда все. Стягиваемся, стягиваемся. Я все тураканю. Так, давай. 50 тысяч ход. Сколько? 60 тысяч. Мне 59. Так, и вот тут пацанчик какой-то шел. А, вот мы восставшие. Так, ну и... Блять, посмотри на это чудо. Да какое? Там такой большой атлет белый вывел. Точнее, желтый. А, я видел, кстати. Я прям не знаю, как отбиваться буду. На тебе ход. Это пацаны сбежали, такие, не, мы не будем тут воевать, типа, за этот город нахрен он нам срался. Умирать ни за что. И заметь, твой никак не качнется, а не качнулся, нихуя себе. Это другой. Другой? Я думал, дай мне качнулся все-таки.
ответить чё невозможно. Ну, я проверил лет? Брачный союз. Лет 5, наверное. 4. Ну, думал, уже 5 лет. Ей все 4. Как же так? Ну, ты уже в Симацуке построил железку? Угу. Вот она уже тянется. О, желтый поплыл. Нихуя себе ты оплыл. Где-то. Да он там приплыл, блядь. Ко мне, что ли? Так вот далеко. Ха-ха, восставшие захватили корт. Зашибись. Так, чё тут пёс тут? Батон крошишь, на тебе. На ещё залп. По пушкам. Так, пушкам. Войска есть. Так, ну и чё, ты не залезешь, да, никак? Тебе надо что-то через это. Так, а ты давай иди-ка. Вот сюда. Так, быстро не получится. А даже. Ты давай иди-ка нахуй. Так, пацанчики, давайте сюда. Так, вот это смогу захватить. О, вообще пиздец. 20 на 20 в Ауморе. Это одни крестьяне. Да, да, даже у них 3500, прикинь. А у меня 2400. Это, знаешь, было пушечное мясо просто с копьями. Такие идут на убой просто. Тут в теории даже, ну, даже теоретически, они даже одного забрали, блядь. Нихуя себе. Ну там были стрелки, может, кто-то шальной пулей полетело. Так, ну все, я у желтого все почти захватил. Самый верх телеползя, я как раз этим побью. Я тебе... Ой-ой-ой. А куда? Бля, он в порт. Надо в порт идти. Угу. Сука, че они только в порту садятся? Ладно, ну, теперь так. Да. Ладно, тогда сейчас войска стягивают к порту все. И они там засаживаются. Хотя вот эти можно сюда было, но ладно. Тут порт есть, можно тут тупо купить кораблики. Самые душманские. И нормас. Так. Ты плывешь? Так, что еще тут у нас? Что? А, вот тут вот. Чувак шел до Фукусимы. Мой. Точнее, я просто шел. Так, ну и посмотрим, что можно качнуть в городах. Пушки.
Усё. Лайхот. И, по-моему, опять глюкануло, кстати. Блять, только не глюк. Да. Ох уж эта игра. Своими глюками. Такая армия на одного. На 169 крестьян. Они, наверное, на подходе умерли. Просто пудов пушками расстреляли. Да-да-да. Ноль. Так, а главное не спешить. Так, по одному действию делать. Я, походу, наверное, много действий сразу быстро делаю. Там еще у меня мятежники есть. Я не охуеваю, наверное, игра. О, у меня прикачалось, кстати, новые эти самые пушки, новые турели. Хранил. Угу. Вали, петухов. Ситуация точно такая же, блин. 170. Да-да-да. Опять пушками стреляли. Блять, да... Чё там? Качнулся, пидор. Так и качнулся? Да опять не тот, что хотел. Это успех. Охуеть. Успех было бы, если бы качнулся нужный. Но это все-таки даймё. Так что ему надо много. Сразу мне яйки пистуй. Заебали. Ой, я уже везде цитадели качаю. И, походу, опять что-то рисануло у меня, или нет? Типа. А, нет, что-то она как-то себя странно ведет. Да, сейчас надо не спешить. Надо подождать. Ага, все выбило. А-а-а, петушня. Ну, я успел сохранить. Это хорошо. Эй!